О магаданском парке «Маяк» узнала вся Россия. Он победил в номинации «Лучший проект по благоустройству и созданию комфортной городской среды» на 6-м международном профессиональном конкурсе «НОПРИЗ». В Москве прошла торжественная церемония награждения финалистов. Магаданцы увидят готовый парк «Маяк» уже в декабре. Сегодня получили последние элементы для окончания работ в парке «Маяк». Это пришли опоры освещения, пришли детские городки, те самые итальянские, которые мы ждали. И вчера закончили полностью вот эту конструкцию из габионов, амфитеатр, который на 350 посадочных мест, где мы предполагаем проводить наши открытые зрелищные мероприятия. Жители Магадана и гостей города приглашают на открытие парка «Маяк» 22 декабря. На торжественном мероприятии наградят тех, кто участвовал в создании нового культурного места, а также поздравят с окончанием строительства и победой в международном конкурсе «НОПРИЗ». Парк «Маяк» начали строить 8 месяцев назад. На реализацию проекта выделили 185 миллионов рублей из федерального бюджета.